Сыр на канале Даниила и Ларисы. Сегодня мы вам расскажем, как приготовить датский сыр хаварти. Хаварти относительно молодой сыр и в прямом и переносном смысле этого слова. В прямом смысле, потому что был изобретен датской фермершей Ханной Хильсон в середине 19 века. Ну, собственно говоря, она была хозяйкой одноименной фермы Хаварти неподалеку от Копенгагена. И она изобрела этот вид сыра. Впоследствии сыр был признан, даже датский король одобрил его, и он был признан, собственно говоря, и в Европе, и в мире. И сейчас выпускается достаточно в крупных объемах несколькими датскими сыроварнями. В переносном смысле слова молодой, потому что срок вызревания сыра достаточно короткий. Вызревает он от 1 до 3 месяцев. Ну вот мы будем, наверное, серединку брать, 1,5 месяца, будем наш сыр оставлять на вызревание 1,5 месяца. Соответственно, через 1,5 месяца вы увидите дегустацию этого сыра. Сам сыр хаварти используется мезофильная закваска, газообразующая, такая, как используется, допустим, для сыра Маасдам. Поэтому сыр очень пористый, с очень большим количеством мелких глазков. Очень хорошо плавится, также его можно коптить. Подходит он для бутербродов, очень хорошо подходит для сэндвичей, ну и просто для оформления сыр-сырной тарелки. Имеет сладковатый вкус с легким ореховым ароматом. Ну, вот такой вот сыр попробуем сегодня приготовить. Собственно говоря, думаю, что у нас все получится, мы подготовились. И коротко о ингредиентах. Как я уже сказал, для приготовления этого сыра нам понадобятся некоторые ингредиенты. В первую очередь мезофильная закваска, подойдет любая газообразующая закваска. То есть в купить ее можно в Украине в интернет-магазине 413.com.ua. В Российской Федерации очень рекомендую интернет-магазин «Сырный дом» «Cheese Home». Ну вот, мне очень нравятся и рецепты, которые на нем размещены, и подход хозяев этого магазина, и сам сайт Cheese Home. Очень классный сайт, очень много интересного можно на нем подчеркнуть. Заходите, смотрите, если вам интересно. Ну, я думаю, если вы смотрите это видео, то вам интересно. Далее нам понадобится сычужный фермент. Можно использовать жидкий телячий сычужный фермент. Мы будем использовать сухой растительный химозин, растительный фермент, который изготавливается из особого сорта грибов. Также нам понадобится 10% раствор хлористого кальция. Хлористый кальций в сухом виде можно купить в одном из вышеперечисленных интернет-магазинов. В жидком виде продается в аптеках, так и, ну, как бы аптечный 10% раствор хлористого кальция, он нам подходит. Мы же покупаем готовые наборы, фермент и закваска в магазине 413.com.ua. Выглядит таким образом. Вот мне тоже нравится у ребят хороший подход. Все стерильно, все в герметичном пакетике. Вот в таких вот колбочках. Чик, фермент и закваска. Ну, собственно говоря, неважно, где покупать, совершенно не подумайте, что я никого совершенно не рекламирую, просто мы там покупаем. Мы не ищем с Ларисой, вот многие задают вопросы, что вы покупаете там, где дороже, вы что, рекламируете эти магазины? Нет, не рекламируем. Есть магазины, которые мне нравятся. Допустим, вот я не буду перечислять в Украине интернет-магазины, в которых мы покупали какие-нибудь ингредиенты для сыров, и оказалось плохо. Поэтому я говорю о тех магазинах, которые мне нравятся и в которых я точно уверен, что и закваска, и фермент, если вы купите, вы потом не будете говорить, что Даниил, Лариса, вы посоветовали какую-то фигню. Вот простой ответ на этот вопрос. Да, немножко дороже. Но теперь перейдем к оборудованию. Из оборудования нам понадобится водяная баня. Мы используем Marmite Horeca. В каждом видео тоже задают вопросы, поэтому в двух словах расскажу и в этом видео. Marmite – прибор для линий горячих раздач из столовых. Представляет из себя классическую водяную баню. Внутренняя кастрюля, здесь нагреватель и вода. Этот Marmite на 25 литров молока, ну вот это гастроемкость на 25 литров. Но 25 литров это вот так вот под завязочку, а по поясу.
получается где-то 21 литр. А если у вас нет такого мармита, совершенно не расстраивайтесь и не выключайте видео. Можете готовить в обычных кастрюлях. Надо сделать классическую водяную баню. Для этого мы берем две кастрюли нужного объема. Допустим, вы хотите готовить из 10 литров молока. Кстати, все ингредиенты будут написаны в описании. Будет также ссылка на текстовый рецепт с фотографиями на нашем блоге. Вот. Хотите приготовить из 10 литров молока? Берете 10-литровую кастрюлю, и вторую кастрюлю надо найти больше размером, чтобы 10-литровая в нее помещалась и на ручки вот так вот упиралась. Наливаете в большую кастрюлю воды таким образом, чтобы когда туда ставишь меньшую кастрюлю, донышко касалось поверхности воды. На любой нагреватель, хоть на электрическую, хоть на газовую плиту, получили водяную баню. Также нам понадобится топшик. Вот такая вот мешалка. Лира для нарезания сгустка. Тоже можно купить вот в этих интернет-магазинах, о которых я говорил. Если нет лиры, совершенно не проблема. Мы покажем, как разрезать сгусток ножом. Марля для процеживания молока. Друшлячок. Обязательно форма для сыра с поршнем. Поршня не вижу. Поршня нет. А почему поршень нет? Еще не спустился. А, поршень не спустился. В общем, поршень спустится, но по форме для сыра. Из пищевого поликарбоната украинский производитель делает формы для сыра. Не очень дешевая. Такая форма стоит $25. Отправляет в Российскую Федерацию. Если кому-то интересно, пишите в комментариях. Я пришлю ссылку на производителя этих форм. Формы очень качественные. Вот в сравнении там со всякими польскими формами. Опять же таки, друзья, никакая не реклама, просто я рассказываю то, что мне нравится. Может, вам тоже понравится. Вот польская форма, толщина стенки. Вот видите, я ее сгибаю. И вот эта форма, я ее упираясь не могу согнуть. Ну вот, поэтому они мне нравятся. Так, еще нам понадобится вот такой вот термометр или любой другой термометр для контроля температуры молока. Почему я говорю такой? Это очень удобно. Чик закрепили на бортик кастрюли, и он себе меряет температуру молока. По поводу молока. Молоко будем использовать цельное. Мы покупаем фермерское молоко у одного и того же фермера. Ну, так как живем в селе, ферма, благо, недалеко. Имеем доступ. Значит, для этого сыра сливки не снимаем, молоко используем вчерашние дойки. Свежее молоко вообще для сыров использовать не надо. Только в некоторых рецептах сыров, допустим, в пармезане используется часть вчерашнего молока, часть свежего утренней дойки. Ну, к примеру, в этом сыре и во многих других сырах используется молоко вчерашней дойки. Оно должно, как бы в нем должны развиться бактериальная среда, оно должны подняться сливки, ну, их мы, естественно, сейчас перемешаем. Но сливки не снимаем, так как сыр короткого срока созревания, и сыр достаточно жирный. Жирность этого сыра 50-60% получится. Собственно говоря, если вы готовите из магазинного пастеризованного молока, ну, два совета. Не берите ультрапастеризованное молоко, потому что из него сыр навряд ли получится, и не берите молоко длительного срока хранения. То есть, если из магазинного пастеризованного или там, ну, где-то в каких-то лавочках покупаете пастеризованное, важно, чтобы был короткий срок хранения. Потому что в молоке длительного срока хранения, которое может храниться 3 месяца, к примеру, такое количество антибиотиков, что те закваски и те ферменты, которые мы будем вносить в это молоко, погибнут раньше, чем успеют начать размножаться. Ну, в общем, ничего не получится. Вот такая вот история, друзья. И, собственно говоря, приступим к приготовлению. В первую очередь нам надо нагреть молоко до температуры 30 градусов. Если молоко у вас фермерское и оно постояло, ну, как минимум сутки, надо его перемешать, потому что сливки поднялись наверх, а они сейчас у нас марлечку будут на марлечке зависать. Перемешали молочко.
и процеживаю молоко через марлю. Магазинное пастеризованное молоко процеживать не надо, а все-таки фермерское молоко, даже если мы берем у проверенного фермера, мы процеживаем. Совершенно превентивная мера, ни разу еще не было такого, что какой-то мусор нам там попался, но тем не менее, для общего успокоения, друзья. Сейчас процедим все молоко и вернемся. Перелили все молочко, включаем нагрев, ставим термометр для контроля температуры и сейчас накроем крышечкой, чтобы всякая пыль туда не садилась. Нагреваем молоко до температуры 30 градусов. Друзья, через час примерно на третьем этапе приготовления сыра нам понадобится горячая, ну вернее кипяченая и остуженная до температуры 50 градусов вода. Причем понадобится в количестве 1/5 от... Лиза, не точи когти, пожалуйста. 1/5 от количества молока, которое мы использовали. Грубо говоря, на каждые 10 литров молока нам понадобится 2 литра воды. Лучше использовать воду... Ну, не из-под крана, даже не фильтрованную. Лучше использовать воду, которая прошла очистку обратным осмосом. Но это, опять же, такие рекомендации. Но ни в коем случае, конечно же, не воду с хлоркой. Итак, дорогие друзья, нагреваем молоко до температуры 30 градусов и встречаемся с вами. Молочко нагрелось до 30 градусов. Первое, что нам надо сделать, это внести хлористый кальций. Будьте внимательны, если вы готовите из непастеризованного молока, тогда одну столовую ложку на 10 литров, ну или 2 чайных. Если вы готовите из пастеризованного молока, тогда эту порцию надо умножить на 2. То есть непастеризованное молоко на 10 литров, одну столовую ложку 10% хлористого кальция. Пастеризованное молоко на 10 литров молока, 2 столовые ложки 10% раствора хлористого кальция. Хорошенько перемешиваем все. И расскажу по поводу закваски. Мы заранее регидрировали закваску, значит, есть два варианта внесения. Первый вариант, сухую закваску можно рассыпать по поверхности молока, подождать минуту, чтобы закваска регидрировалась, и хорошо перемешать. Второй вариант, заранее высыпать закваску в емкость с молоком комнатной температуры, она регидрируется, через где-то за 10 минут мы это сделали, хорошенько ее размешали и вносим молоко. Теперь, друзья, молоко надо очень тщательно перемешать, чтобы закваска распределилась по всему объему. То есть не просто помешать ложечкой, а очень тщательно его перемешать. И продолжаем поддерживать температуру 30 градусов, оставляем молоко, накрываем крышкой и оставляем закваску активироваться на 40 минут. Прошло 40 минут, дорогие друзья. Мы заранее минут за 10 развели сухой фермент в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры. Вносим фермент и включаем секундомер. Тщательно его перемешаем. Нам надо подготовить капроновую крышечку от банки, обдать ее кипятком, чтобы простерилизовать. И сейчас мы будем контролировать точку начала флокуляции или точку начала образования сгустка. Это надо нам для того, чтобы точно определить, когда сгусток будет готов. То есть мы внесли фермент, засекли время и ложим на поверхность молока простерилизованную капроновую крышечку. Она сейчас совершенно свободно крутится, то есть она плавает себе в молочке. Каждые 10 минут проверяем крышечку. Когда она начнет прилипать, мы вернемся к вам. Прошла 21 минута, друзья, и крышечка прилипла. Вот Лариса покажет. Смотрите, она вначале начала чуть-чуть прилипать, а через 21 минуту, как бы к окончанию 21 минуты, прилипла полностью. Таким образом, получается эффект, мы ее как бы прокручиваем, она как на резинке возвращается назад. Это значит, сгусток начал формироваться, или мы достигли точки флокуляции молока. Теперь мы используем временной коэффициент 2,5. То есть у нас получается всего время формирования сгустка 53 минуты от начала, от того времени, от той точки, когда мы включили секундомер и внесли фермент.
То есть фактически 21 минута у нас прошло, значит 32 минуты еще мы сгусток выдерживаем, при этом поддерживаем температуру 30 градусов. Как я уже говорил, приготовим нужное количество воды, температурой 55 градусов. Через 50 минут, друзья, проведем тест на чистое отделение. Снимаем. Ну, наш сгусток сформировался, мне кажется, но все равно тест на всякий случай проводим. Нам надо взять ножик и разрезать сгусток. Если разрез, ну вот видите, кстати, разрез не очень хороший, да, не очень чистый, надо подождать еще. Может, я там просто жирная ножка. Еще подожду. Давай еще подождем 10 минут. То есть суть такая. Ну да, вот здесь хороший. Суть такая, что у нас разрез должен быть чистый, не тянуться за разрезом вот сыр. И должен хорошо отлипать от стенки кастрюли. Ну вот от стенки кастрюли отлипает идеально. Возьмем еще паузу, добавим на время поформирования сгустка 10 минут. Потому что, ну, каждое молоко имеет свои, мы-то используем мультипликатор, нужный для этого вида сыра, но каждое молоко и каждый фермент имеет свои какие-то особенности, и результат от вычисленного может немножко отличаться, ну, вот как у нас в данном случае. Через 10 минут проводим еще один тест на чистое отделение, получаем чистый разрез. Ничего не липнет к ножу, сгусток сформировался, и можем приступить к нарезке сгустка. Вот, как я говорил, ножом порежем сгусток вначале в одну сторону параллельными разрезами. Толщина разреза у нас должна быть в районе 1 сантиметра. Порезали сгусток в одном направлении и режем его точно так же перпендикулярно, чтобы у нас получились такие вертикальные брусочки со стороной где-то 1 сантиметр. Порезали сгусток, получили брусочки. Теперь нам его надо порезать по горизонтали. Мы используем для этого лиру. Если у вас нету лиры, друзья, то режем, вводим в сгусток нож под углом, под максимально возможным, и просто режем со всех сторон по диагонали. Конечно, лира это делает значительно удобнее. Вот, получили порезанный сгусток. И теперь, дорогие друзья, начинаем, вооружаемся шумовочкой, ну или любой мешалкой. Поддерживаем температуру, опять же таки, 30 градусов. И начинаем его вот так вот плавно, не сильно, быстро помешивать. Если где-то остались большие куски, то можно прям шумовкой их разрезать о бортик кастрюли. Через 10 минут воду мы приготовили горячую, температурой 55 градусов. В общем, через 10 минут будем действовать дальше. Через 10 минут перемешивания зерно уплотнилось. Видите, оно стало значительно меньше в размерах. Немножко отдало сыворотку. И оставляем его на 5 минут, чтобы зерно осело. Готовим емкость, в которую мы будем сливать сыворотку. Температуру при этом поддерживаем на том же уровне, 30 градусов. Через 5 минут сливаем 30% сыворотки, то есть 3 литра с каждых 10 литров. В нашем случае мы сливаем 6 литров. Из сыворотки, друзья, можно приготовить сывороточный сыр рикотта. На нашем канале есть видео, как его приготовить. Либо еще можно приготовить очень интересный сыр. Он такой десертный норвежский сыр брюност. Сыр с очень интересным таким классным вкусом. Но вот мы его сейчас потихонечку подъедаем. Такой вкус, он одновременно и кислый, и соленый, и сладкий. Я никогда в жизни ничего с таким вкусом не пробовал.
но реально очень интересный. Тоже есть видео у нас на канале в разделе «Сыры». Если вам интересно, друзья, смотрите. И вот сыворотку не выливайте, естественно, ни в коем случае. Из нее можно приготовить много полезных вещей. Ну, в том числе пожарить блинчики или оладьи. Слили 6 литров сыворотки и начинаем перемешивать зерно еще в течение 15 минут. Плавно перемешиваем, то есть его не надо толочь, разминать как-то. Просто плавно перемешиваем, чтобы оно не слиплось у нас в комок. Через 15 минут, друзья, нам надо добавить, в общем-то, в нашу водяную баню 20% воды горячей от первоначального количества молока. То есть 2 литра на каждые 10 литров. В нашем случае 4 литра. У нас температура сейчас здесь внутри 30 градусов. Когда мы добавим горячую воду, у нас должна температура достичь 36 градусов. Вот сейчас будем добавлять. Причем не просто ее туда бухкаем, а добавляем достаточно медленно, достаточно плавно, чтобы наш сыр не сварился, мелкими порциями. Где-то один раз, ну вот мне надо добавить 4 литра, да, я раз в 2,5 минуты буду добавлять порцию, а Лариса в это время будет мешать. То есть весь процесс у нас должен занять 10 минут. Не резко туда всю воду вылить, а именно вот так вот по чуть-чуть. Если вы добавляете в 10 литров 2 литра, допустим, то тогда по пол-литра добавляйте каждые 2-3 минуты. Подняли температуру до 36 градусов и понизили кислотность путем вливания водички. Смотрите, вы будете доливать воду, надо контролировать температуру, то есть не просто бездумно доливать воду, а дозировать, чтобы температура не поднялась выше 36 градусов. Теперь надо перемешивать зерно, опять-таки поддерживая температуру 36 градусов, еще в течение 20 минут. Постоянно над ним стоять не надо, можно его перемешать раз, две, в 3 минуты. И к этому времени, то есть через 20 минут, у нас должен быть готов друшляк с марлей, должна быть готова форма с поршнем и груз для прессования. Мы, собственно говоря, приступим уже к заключительному этапу, к формированию сырной головки. Через 5 минут после того, как мы закончили нагревать сырную массу, то есть внесли последнюю воду, ну, грубо говоря, на 5-й минуте перемешивания последнего, добавим соль. Из расчета 1 полная столовая ложка на 10 литров молока. И продолжаем все это дело перемешивать. Ну и поддерживаем температуру, естественно, 36 градусов. Через 20 минут, друзья, можем прекращать нагрев и сольем лишнюю сыворотку. Дадим зерну осесть на донышко. Отобрали большую часть сыворотки. И теперь берем друшлачок, застеленный марлей, и перекладываем туда наше зерно, чтобы оно стекло. Стелили форму марлей, предварительно, естественно, все обдали кипяточком, и начинаем перекладывать наш сыр в форму, формировать головку. Естественно, разравниваем его и подтрамбовываем. Все должно быть чистое, друзья. Руки должны быть хорошо вымыты. Ну, в общем, чтобы никакие бациллы к нам в сыр не попали. Ну, таким вот образом наполняем форму.
и хорошенько утрамбовываем в ней сыр. Руками утрамбовали сыр в форме, теперь закрываем его марлей. Желательно, чтобы складок было как можно меньше, ну, потому что они скопируются на рельеф нашего сырочка. Вот таким вот образом ставим сверху поршенек и прессуем полчаса весом 3-5 килограмм. Тут у нас головка достаточно большая, будем прессовать весом 5 килограмм, а через полчаса перевернем наш сыр. Через полчаса достанем наш сырок из формы. Его надо перевернуть. Застилаем форму дренажным ковриком, дальше мы его уже будем прессовать без марлечки. Ну, вообще я в марле не очень люблю прессовать, просто первый раз всегда легче вынимать сыр из формы. Кладем дренажный коврик аккуратненько. И надеваем сверху форму, таким образом та часть сыра, которая у нас была сверху, окажется снизу. Опять ставим под пресс, увеличиваем нагрузку до 7-8 килограмм. И такую процедуру, друзья, делаем в течение 3 часов. Каждые полчаса переворачиваем наш сыр в форме. То есть груз уже не увеличиваем, а просто 6 раз каждые полчаса мы его в форме будем переворачивать и опять ставить под пресс. После этого мы уже не будем это снимать, когда последний раз настанет время последнего переворота, дорогие друзья, я расскажу, что с ним делать дальше. Итак, дорогие друзья, наш сырок мы переворачивали 6 раз в течение 3 часов. Сейчас покажу, что у нас получилось. Такая чудесная головка. Приходи, головка. Чик. Вот такая вот. Теперь мы его опять-таки переворачиваем. Помещаем в форму. Что-то штучечка не замялась. Опа. Помещаем форму и оставляем уже без пресса еще на 3 часа. После этого, друзья, достаем сыр из формы, ставим его на вот такой вот дренажный коврик. Мы используем в качестве дренажных ковриков решетки, которые продаются для моек пластиковые. Я их там разрезаю по нужным размерам, и получаются отличные дренажные коврики. Ставим сырок на дренажный коврик и помещаем на ночь в холодильник. Завтра утром приступим к засолке. Для того, чтобы засолить наш сыр, нам понадобится приготовить насыщенный солевой раствор. Сейчас расскажу вкратце, как это сделать. Берем 4 литра воды, растворяем килограмм соли, доводим до кипения и охлаждаем. После этого процеживаем, потому что в соли очень много мусора. Добавляем 3 столовые ложки 10% хлористого кальция. Это делается для того, чтобы сыр не размокал. То есть он скрепляет, как бы держит корочку, не дает ей замыливаться, скажем так. И чайную ложку уксуса. И в этом солевом растворе, он на завтра на утро должен быть уже у нас готов, остывший. Естественно, хлористый кальций и уксус добавляем уже в остывший раствор, перемешиваем. И завтра утром начнем засолку. Я расскажу, сколько времени надо засаливать наш сыр. Ну, собственно говоря, а сейчас просто уже поздно, я не буду потом снимать, как мы его достанем и поместим в холодильник. То есть 3 часа он у нас стоит в форме, потом перекладываем на дренажный коврик и на ночь в холодильник. До завтра, друзья!
Так, дорогие друзья, наш сырочек отдохнул. Вот такая вот у нас головка получилась. Сейчас ее взвесим. Готовили мы из 20 литров молока. Ноль. Отлично. 2 килограмма 13 грамм. Идеальный результат. Очень классно пахнет. Такой запах сладкий, классный. Ну, собственно говоря, изгусток очень сладенький запах имел. Что мы с ним дальше делаем? Следующий этап, мы его помещаем, заранее подготовленный рассол, на засолку. То есть этот сыр весом 2 килограмма я буду засаливать 6 часов. Сыр достаточно мягкий, очень долго его солить не надо. Погружаю сырок в рассол и, вот смотрите, он плавает. То есть на 6 часов я его погружаю, значит, где-то каждые полтора часа, то есть чтобы 4 раза его перевернуть, каждые полтора часа я буду его переворачивать. После того, как сыр засолится, оставляем его обсохнуть при комнатной температуре. Желательно использовать вот такую решетку, и сейчас я еще покажу, что. Мы используем вот такую вот решетку для микроволновки. На эту решетку можно положить вот так вот решеточку, и в принципе можно положить дренажный коврик от формы, чтобы, ну, чтобы вот это вот все не отпечаталось на нашей головке сыра. Оставляем сырок при комнатной температуре на 2 суток, чтобы он хорошенько обсох. 2-3 раза в сутки тоже его будем переворачивать. После этого, друзья, после того, как сыр обсохнет, помещаем его на вызревание. Температура вызревания у нас 11-12 градусов, желательная влажность 85%. Если у вас нет камеры для вызревания сыра, что в таком случае делать? Берете большой пищевой контейнер, помещаете сыр, опять же таки, вот на такую решеточку и на дренажный коврик в пищевой контейнер и на верхнюю полку холодильника. За счет того, что контейнер закрыт, в нем будет, естественно, желательно, чтобы холодильник был обычный, не ноуфрост, потому что в ноуфросте постоянно движение воздуха, то есть он же дует, и за счет этого там очень сухо. Возможно, на лоджии проводить выдержку, если лоджия не на солнечной стороне, потому что на солнечной стороне, но я имею в виду зимой, естественно, на солнечной стороне днем температура может крепко подниматься на застекленной лоджии. Итак, температура вызревания 11-12 градусов, желательная влажность 85%. То есть мы будем его держать в камере для вызревания сыров, естественно. Если нет, верхняя полка холодильника, обязательно дренажный коврик, решеточка и дренажный коврик. И раз в день сыр переворачиваем. Раз в 3-4 дня можно его доставать на часок, на 2, чтобы он побыл при комнатной температуре, потому что в холодильнике все-таки холоднее. Минимальный срок вызревания у нас будет месяц. Как бы, ну, этот сыр вызревает от месяца до 3. То есть минимальный срок вызревания месяц, мы его будем держать полтора месяца. Я сейчас его простикерую, то есть наклею стикерочек с датой, и через полтора месяца выйдет видео с дегустацией прекрасного сыра. Ну и, собственно говоря, друзья, на этом буду заканчивать. Хаварти у нас получился очень хорошо, достаточно большой, ну очень большой, как бы, ну оптимальный, скажем так. Не очень большой, конечно, оптимальный выход сыра. То есть, когда из 10 литров получается килограмм, это классный результат, я считаю. Значит, первое, хорошая закваска, хороший фермент. И второе, все сделано правильно. Потому что обычно там получается 850-950 грамм. То есть, килограмм с 10 литров, это круто на самом деле. Ну, собственно говоря, желаю, чтобы у вас тоже хаварти получился. Попробуем этот сыр, мы его еще ни разу не пробовали, но по описанию он должен быть очень вкусный. Ну и, собственно говоря, друзья, пробуйте готовить по нашему рецепту. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. На все комментарии мы с Ларисой отвечаем. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Естественно, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось видео. Если не понравилось видео, тоже ставьте пальцы вверх. Друзья, спасибо за внимание. Мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго, пока.